Вот так винт. Параплавы. Диана. Винт. Вот так винт. А ну встань возле винта. Я сфотографирую тебя на фоне. Посмотри, Максим, какой масштаб. Вот тогда. А эта штука, походу, закружилась туда. Давай почитаем. Якори военных российских кораблей, боец, молодец, смелый и Кахильда, затопленных в мае 1855 году, Крымская война, у Бердянской затоки Азовского моря. Якори затопленных кораблей военных. Сами корабли достать, наверное, не смогли, а вот якори достали. А это вот место, к которому, наверное, якори причаливали к берегу. Не знаю, по 50 килограмм. Я думаю, больше. Папа, как ты думаешь, сколько весят эти якори? Я думаю, килограмм 100.